Друзья, всем привет! Коротенький ролик. Найдено, собственно, применение вот этому боксу, кейсу зарядному от Yumi Digi, вот этих вот беспонтовых наушников. Не зря у меня здесь два вот этих кейса лежат вместе. Я почему-то в обзоре не догадался проверить, подойдет ли Mi AirDots сами наушники к этому кейсу. В данном кейсе у нас 600 мАч как бы батареечка стоит. Он такой довольно мощный, довольно жирный такой кейс. Может быть, какая-то польза от этого кейса все-таки будет. Итак, открываем кейс. У нас здесь пара Yumi Digi вот этих вот. Их мы вынимаем, в сторону убираем. Ну а здесь у нас кейс от Redmi, в котором лежат наушники Redmi. И давайте сейчас это все дело мы померяем. Смотрите, как все происходит прекрасно. Вуаля! И пошла зарядка. Если вы можете видеть, вот красненькие огонечки зажглись. А это означает, что мы данный кейс от Yumi Digi можем применять для зарядки Redmi AirDots. Так что, друзья, не все так плохо. И теперь у меня есть запасной зарядный кейс для наушников Redmi. Тем более, что, как многие знают, кто смотрел мой обзор, у меня немножечко здесь уже крышка начала отваливаться. Ну а на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если видео было полезным или просто понравилось. И заходите на мой канал, смотрите другие мои видеоролики. Там много всего интересного. Ну а я с вами ненадолго прощаюсь. Всем всего хорошего и до новых встреч. Всем пока.